У «Сквозь снег» нет выхода. Вы выполните требования мистера Уилфорда, или мы отцепимся и бросим вас погибать. Верни мой поезд, Мелани. Поезд не принадлежит мне. А кому же тогда? Граждане поезда «Сквозь снег». У нас ушло 7 лет, чтобы сломить классовую систему Уилфорда. Но теперь он вцепился в наш хвост. Король Лейден? Тут нет королей. «Сквозь снег» теперь принадлежит народу. Алекс. Твоя мама выдавала себя за меня. Он меня спас, когда ты бросила меня. У Уилфорда есть план. Ударим, прежде чем ударит он. «Сквозь снег» прорвался. Не отцепляется. Мы теперь вместе. Хвост уже не хвост. Это граница. 7 лет мы пытались вырваться отсюда, теперь он наконец чего-то стоит. Как твой поезд, Клейтон? Пассажиры на нервах. Разногласия не забыты. Мистер Уилфорд хочет управлять не только поездом. Он хочет управлять вами. Телом и душой. На что это похоже? Уилфорд был мертв, а сегодня уже воскрес. Впечатляющая история. У вас еще есть тут друзья? Снаружи шел снег. Невозможно. На земле теплеет. Островки тепла, пригодные для заселения, могут возникнуть при нашей жизни. Надежда реальна, Джози. Мелани спрыгнет с поезда, чтобы доказать. Хорошие люди недолго остаются такими на этом поприще. Это все не по тебе, так ведь? Руководство поездом. Я создал мир! Другого мира нет, и он мой! Нас ждет долгая холодная война. У оркестра может быть лишь один дирижер.